Всем привет! Вы на канале Тепличный бизнес. В этом видео я вам покажу очередную свою поездку на День поля компании Kitana Seeds. Мероприятие проходило в городе Каменка-Днепровская. Любителей закрытого грунта собралось немало. Или они пришли на бесплатный фуршет, или послушать на технологию выращивания. Я так и не понял. Здесь были представлены новые сорта томатов. Ведущие агрономы рассказывали о выращивании данных гибридов, о подкормках и методе формирования кустов. Людей собиралось все больше и больше. Походу фуршет прикрыли. Никто, наверное, не рассчитывал на такой ажиотаж. На стенде были представлены такие гибриды, как КС-1430, индетерминантный, ранний желтый томат, плоды сливовидные, средний вес плода 100-120 грамм. КС-21, индетерминантный, ранний гибрид томата, плоды круглые, однородные, насыщенно красного цвета. Средняя масса плодов 180-200 грамм. Также демонстративно лежал сорт Ямамото, ранее известный как КС-10. Это индетерминатный, ранний, большеплодный, высокопродуктивный томат. Плоды кругло приплюснутые, средний вес плода 250-300 грамм. Итак, давайте пройдем вовнутрь теплиц и понаблюдаем эту красоту. Когда бываешь на таких демонстрациях, понимаешь, что еще много надо учиться и есть к чему стремиться. Кусты все ухоженные, без каких-либо признаков болезней. Все ненужные листья удалены для хорошего проветривания. Приятно посмотреть. А в этой теплице представлены разные гибриды по одному ряду. В общем, каждый должен для себя попробовать посадить разные сорта и выбрать для себя то, что ему больше подходит. А выбрать, поверьте, тут есть из чего. На этом прекрасном фоне буду заканчивать свою экскурсию. Извиняюсь за долгое отсутствие на канале. Сами понимаете, разгар сезона, зачистка от первого оборота теплиц, подготовка к новому обороту. А потом, конечно же, долгожданный отпуск. Но это все уже история, и надо двигаться дальше. Поэтому буду продолжать дальше снимать видео по выращиванию томатов и делиться с вами разными наблюдениями. На этом все. С вами был канал Тепличный бизнес. Меня зовут Руслан. Всем пока!